Так, вот мы находимся в питомнике крупномеров Ярус. Вот Евгений, топ-менеджер. Да, что это у нас за такое? Это арония черноплодина. Угу. Она, в принципе, ягоды съедобные, как известно. У этого растения сам куст декоративный, особенно осенью окраска у нее очень яркая. А схожа с иргой осенью или кленом гинала. Но если по листу, то с иргой, и такая же вот, вот, оранжевая, красная окраска осенью. Плоды употребляются в пищу, да? Да, плоды в пищу, лист глянцевый. А, лист, такой, да, можно его покрупнее снять, ярко-зеленый. Вот. Ну, собственно, сам по себе аккуратный куст. А он формировке поддается? Да, то есть, конечно, формировать можно, можно, да, его? Можно форму шар. В принципе, это основная форма, которую вот и мы в Неваке формировали. Форму, а все остальное, ну, зонт, наверное, вряд ли получится, он слишком кустится, да, кустовая форма, и не так в высоту растет, как другие культуры. Поэтому, ну, надо пробовать, все остальное надо пробовать. Вот такие плоды аронии черноплодные. Да, интересно. А он какой максимальной высоты достигает? Если я не ошибаюсь, 2-3 метра. А, 2-3 метра? То есть он еще вытягивается, да? Ну, до этих, да, параметров. Он еще вытягивается. Но, как видите, когда появляются плоды, он немного разваливается. Затем, когда... восстанавливается, да? Собрать, да, он спокойно восстанавливается и держит форму. Ну, все, арония черноплодная. Все, спасибо.